Здорово, это Мерти, и спустя 5 лет я решил зайти впервые в своей жизни, ну, впервые за 5 лет, в Блокстрайк. Я не заходил в эту игру порядка 5 лет. Последний раз я сюда заходил 1,5 года назад, открыл кейсов на 20 тысяч голды, меня бомбануло, я сразу же вышел и удалил игру. То бишь, я даже ничего не посмотрел. Поэтому мне интересно посмотреть, что тут. Я вижу блок пас, батл пас. Правда, тут мне... Почему тут... Саб-Зиро и Скорпион из Mortal Kombat, как аватарки. Так, это скины? Скины? А ну-ка. Так, скины, инвентарь. У меня есть очки еще? Нет, я их вроде как продал еще очень давно. Скины игрока нету. А, магазин, вот. Токсик зомби? Почему у него эффекты такие прикольные? Что это? Я не верю в то, что с таким скином можно теперь по командному бою бегать, и, ну, это как-то слишком тупо будет. Надеюсь, он только в зомби-выживании, мне кажется, да. Так, security, ну, это, наверное, на все режимы. А, это тоже, ну, потому что нормальные более-менее скины. Зубенко Михаил Петрович, просто легенда Блокстрайка. Зубенко Михаил Петрович, даже так и они подписаны. На это, вот на это не жалко задонатить, все-таки реально легендарные. Скин, который еще 5 лет назад был популярный. Ну, только он был только у разработчика. А теперь его можно купить за 500 рублей буквально. А это что за Call of Duty? Ну, ладно. Паки можно покупать теперь? А рынок? А как же рынок? Та ну я не верю, что в режиме бомбы можно вот так вот с ёба-колой бегать. Ладно, мне больше интересно рынок. Я помню, тычки стоили 20 тысяч. Ну, от 15 тысяч. Флипнайф от 30, либо 40. 4 тысячи за флипнайф? В чем прикол? Неужели всем настолько пофиг стало на флипнайф? Я помню, раньше был флипнайф только у одного ютубера, пипетки. И флипнайф был лучшим ножом, а даггерс... Я думал, они хотя бы 15 тысяч так и остались. Не говоря уже о росте. 5 тысяч голды за тычки. Зачем я на 20 тысяч голды 1,5 года назад кейсы пооткрывал? Мне выпал байонет, и я его сразу же продал. За маленькую цену. У меня были тычки Тресур. И тычки Феникс. Две пары чисто красовались. Где тычки? А вот тычки Тресур. Кстати, много новых тычков добавили, что очень даже и прикольно. Например, ой-ой-ой, блин, как же я по ним скучаю. Ладно, вот, например, вот в начале очень много новых тычков, а именно вот эти вот новые. Тут все практически на первой странице новые. Вот эти вот. Я их все не видел, но вот эти вот за 5720, они мне очень даже не нравятся. Я бы на них бы даже задонатил, если бы игра не скатилась. Ну а сейчас... Я уже в другую игру играю. Так, другое. Ага, купон на продажу. Это я вроде как еще помню более-менее. Firestat. Промо. Обмен. Чё это? Недостаточно очков? А ну-ка. Так, плюс 2,5. Я могу обменять это на кейс? Я могу 9 или 10 скинов, в зависимости от ихнего качества, обменять на кейс? Стой! Найс! Сюда, за носиком. Чисто сюда. Найфсен. А, раньше был такой же нож, только он совсем по-другому выглядел. Так, ладно, мне главное сюда ничто не закинуть лишнего. Чтоб потом... А, все, у меня уже инвентарь закончился. Он у меня был раньше страниц на 20 уж точно. Так, я надеюсь, мне сейчас секретка выпадет, но ножичек чисто какой-то, потому что не хочется уходить без ножа в этом видеоролике, ну, видимо, придется. Но калашик тоже неплохо, тоже хорошо, эмочки мне уже не нужны, вряд ли я вообще когда-нибудь в жизни вернусь в эту игру. Калашик тоже не нужен. Единственное, что я оставлю себе, это ножик обычный то, потому что мне на тычки не хватает еще 4000, а... То нет, даже стоять нечему. Ну ладно, в любом случае, а, мне даже не хватает на маленький кейсик. Что-то по кейсам, секретного кейса нету. Граффити? В
чем прикол граффити, если их никто не будет использовать? Я думаю, или это наклейки? Я не знаю. А, подписано граффити. Так, аватарки, это я вроде как еще более-менее понимаю. А, скины. Скины вот такие вот с головой. Ну, это какой-то уже реально бред. Нереалистичный. А, бабочка. Мне кажется, скинов очень много новых добавили. Ножей. О, неплохо, кстати, выглядит анимация осмотра у бабочки. Мне интересно, сколько она стоит. Напишите в комментариях, плюс что-то вообще по экономике, потому что раньше экономика, ну, года так 4 назад, когда рынок добавляли в Block Strike, экономика была максимально стабильная, можно было столько денег там делать. Ё-моё, но я не деньги делал, я голду делал. По итогу, как был нищим, так и остался, но зато раньше был с голдой, с 20 тысячами голды на балансе, а теперь с 1000 голды. Мне интересно, я хоть что-то могу на них купить? Ну ладно, больше меня интересует... Ой, как тут все изменилось, кстати, в хорошую... Nextbot выживание? Это что, типа закулисье? Это побег? Так, ну... А, ну... Один на один тут чисто люди играют. Тут хилки какие-то. В чем прикол? В чем прикол режима? А, хилки там, аптечки. Умер почему-то человечек. Ну, как я понял, это типа голодных игр. Они просто должны играть. Правда, почему-то они умирают рандомно. Ну ладно. Кстати, они стреляют. А, возможно, у меня не отображаются. А, мне кажется, они убегают от картинок ёб... Нет, мне не нравится игра. От картинок ёб вот таких вот. Да, да, ёба. Ёба, я до сих пор помню. До сих пор помню, как у него просил в слезах керамбит на карте Playground в зомби выживание. Кстати, зомби выживание же не убрали, я надеюсь. Голодные игры не убрали. Что за уничтожение, что за Tower Battle, что за побег от зомби? Не, ну я надеюсь, они же не убрали зомби-режим. Hide and Seek. Так, ладно, я тут захват точка. Это что? А, вот зомби-выживание. Мне самое интересное, это зомби-выживание. Я себе уже более-менее настроил. Я помню эту карту. Я помню эту карту, я помню, когда за выжившего играл. Я вот так вот поднимался максимально быстро. И даже наверх у меня получалось заскамить зомбу. И чисто спамился... спавнился зомби, и я у него уже стоял за спиной, и он не понимал вообще, что я там делал. Это было просто так офигенно. Блин, вернуть бы те времена. О! Моя любимая карта. Что с ней сделали? Battle Force. Нет! Хотя все нормально, кстати. Бля, Battle Force такая легендарная карта, я ее обожаю. Я вот так вот мог. Сейчас. Что там? Что с кнопками сделать? Блять. Хотя бы нычку не убрали же, я надеюсь. Бля, Battle Force, кстати, как будто бы оживили, да? Но в плохую сторону или в хорошую, я не знаю. Я просто на... Опа! Ха! Помню, ручки-то помнят. Просто раньше, лет так 5-6 назад, на Battle Force наиграл часов 400 в сумме уж точно. Я помню, даже зомби не убивал, я в нычках не стоял. Я вот сюда вот за выжившего. И троллил максимально зомби, максимально убегал. У меня была даже тактика. Блин, как же изменился Battle Force? У меня была просто гениальная тактика. Чё, проход? Или нет? Наверное, нет тут никого, никакого прохода. У меня была гениальная тактика. Смотрите, я шел, значит, пока все туда шли, абсолютно весь сервер там сидел. Я шел сюда, сюда. Так, ну, я запрыгивал, короче. Там оставался, и когда... зомби меня видел, начинал ломать. Я прыгал вот сюда вот, начинал от него убегать. Вот тут вот срез помню. Короче, я тут такие срезы жесткие помню. Но что-то уже ручки у меня не помнят как-то. Теперь зомби не могут забираться по лестнице? В чем прикол? Так, тут контейнер добавили. Много зелени добавили, я не знаю зачем. Ну, чтобы оживить карту. Но, как по мне, в том-то был и прикол города Battle Force, если можно так назвать эту карту. То, что... О! Лестница. Прикольно. Добавили, кстати, новую. То, что не было зелени, и как будто бы реально заброшенная была карта. Я не знаю, зачем добавили еще вот эти вот полублоки, как будто бы. Помню, вот тут вот можно было жестко тралить зомби, но что-то я сейчас сам себя уничтожил. Можно было прыгать с одной штуки на другую. Я не знаю, до сих пор работает ли эти...
ловушки для нубиков, но мне больше сейчас интересно, как работает тут отдача на оружие. Вроде как ее сюда добавили, потому что раньше стрелял я только лишь в одну точку. То есть... Баги как и были, за 6 лет так и остались. Не исправили ни одного бага, как я понял. Да, отдача есть. Отдача есть, кстати, она неплохая, как будто бы как в КС-очке. В принципе, неплохая отдача. О, карту! Я помню эту карту, и они реально переработали освещение, переработали отдачу, переработали графику теперь. В разы приятнее играть. И реально напичкали всего на картах. Правда, иногда они слишком перестарались и напичкали слишком много объектов. Но вот эта вот карта реально пустовала. Как будто бы не хватало чего-то интересного на ней. Теперь она как будто бы реально ожила. Мне нравится, когда дают новым, ой, точнее старым картам второе дыхание. Но иногда разработчики, конечно же, с этим переусердствуют. Так, а новых карт, как я понял, вообще за 5 лет не добавили. Ну, не суть важно. Лобби. Как в стандоффе? Наконец-то! Я так долго ждал лобби. Я помню, концепты все делали по лобби. Сколько сейчас... я помню, я когда уходил, добавляли 100 трапс. Мне интересно, что сейчас. Сейчас есть... 50 трапс. Были и 50 трапс, и 100 трапс. Все, теперь остались только 100 трапс. Я надеюсь, 40 уровень не пофиксили, потому что я слышал от одного человека то, что теперь 40 уровень это самый легкий уровень вообще в игре. Так, ладно. Но тут тактика такая, когда отталкивается, мы быстро прыгаем. Сейчас я попытаюсь дойти до 40 уровня со своим скиллом. Блять. Кстати, я посмотрел немножко YouTube, еще успел по Блокстрайку. Боже, какая же там помойща. Лучше бы я туда не заходил. Раньше вот были такие, такие жесткие люди, как Новка, я помню, Тик-Так, Кента ПК, которые сейчас все ушли в стандофф. Армастер, Денис Микс, это еще 16-й год, когда я еще был очень-очень мелкий и просто угорал со всего. И в Блокстрайк играл просто днями и ночами. Помню, у меня ломка была от Блокстрайка, я сижу на уроке, мне хочется в Блокстрайк, я просто иду в туалет на весь урок, ну, якобы в туалет, а сам играю в Hot Knife, горячий нож, был мой любимый режим. Ну, а сейчас что-то как будто бы нет такого чувства, просто чисто поностальгировать, мне приятно, приятно зайти в эту игру заново, но как будто бы через несколько часов все станет, опять же таки, очень грустным. Да, графику сделали более насыщенной, но как будто бы раньше было трава зеленее, так сказать, небо голубее. Кстати, солнце вот тут вот было с пасхалкой, там какой-то школьник... Пиздец, какой-то школьник был на солнце, как пасхалка. Ёба давно еще был на солнце. Я не знаю, почему у меня не получается сейвиться. Раньше у меня получалось, еще 5-6 лет назад, что очень даже и тупо, то, что они убрали. Ладно, до 40 уровня дойду, включусь. Да не, ну нахуй, я того ротик трахал. Это слишком сложная игра для меня. Все. Мне слишком сложно стало в нее играть. Мне не нравится игра. Ну, а это был Мерти. Ставьте лайки, если хотите, чтобы я еще что-то попытался сделать в Блокстрайке. Возможно, кейсики открыл. Возможно, бы я вам эту голду все разыграл. Мне-то на нее уже пофиг. Давайте я даже один кейсик сейчас открою. Есть тычки. Я хочу кейсик с тычками. Нет, бабочка мне нафиг не нужна. Вот 0,51% на тычки. Можно, в принципе, открыть, попытаться. Почему бы и нет? Ой, тычки там пролетели. Я вас понял. Ну, еще один. Бля, такой азарт. Азартчик чисто проснулся. Или похуй. Или может до конца. Может до конца. Да похуй, давайте до конца. Бабочку выбью, не выбью. Калашик выбил хороший. Бабочку либо... Кстати, нормальный тут шанс. 0,4... 2% у меня есть практически на нож. Катана какая хорошая выпала. Неплохо, правда, мне катана вообще никогда в жизни не нравилась. Я как-то больше сторонник мачете. У меня есть еще 10 кейсов буквально. Так что я надеюсь, мне сейчас что-то интересное выпадет. Я скипаю, потому что уже так ролик немножко затянулся. Ну ладно, давайте. Осталось буквально еще 7 кейсов. Я хочу уже их нормально докрутить. Правда...
Фермер выпал. Сколько на него шанс? 2,68%. 2% на секретку, но мне падает именно фермер и аватарка. Зачем мне они, правда, я сам не понимаю. Кстати, неплохой скид наук. Раньше такие ценились, но сейчас, мне кажется, уже тут ничего не ценится, кроме бабочки. Даже тычки не ценятся. Ага, уже у меня имеется. Потом пойду еще быстренько в трейд, запихну и открою еще один кейсик. Вот это вот. Кстати, неплохой скин. Неплохой скин, как будто бы дорогой. У меня 76 голды еще. Опять фермер? А, все, у меня больше нету, нету ничего. А, я могу обмен. Давайте хотя бы попробую все в обмен это запихнуть. Кроме самого важного. То, что мне надо оставить. Калашик, в принципе, мне очень нравится. Флоуинг. Так что я, пожалуй, вот это вот запихну, да? Обмен. Давай. Просто давай. Ну, я же знаю, что ты можешь выдать мне какую-то секретку, которая даже не пролетела. Зато авик был знакомый мне. Что ж, ну ладно. Тогда на фул. На всю котлету. Больше у меня ничего нету. Скинов у меня не осталось. Последний. Вот это вот будет мой единственный скин в инвентаре, который сейчас выпадет. Нахуя мне юсп? Все. 76 голды, один скин в инвентаре, и то это какой-то юсп, который стоит сколько? 120 голды, понял вас. А у меня было 20 тысяч голды когда-то и 2 очков на аккаунте Феникс и Трежер. Игра прикольная, в принципе. Вернули они, попытались вернуть ту самую атмосферу, но как будто бы уже не то. Это был Мерти. Ставим лайк, если хотите, чтобы я еще что-то записал по Apex Strike, но... Честно говоря, как будто бы игра немножко скатилась. Ну как немножко, ну сильно скатилась. В общем-то, всем удачи, всем пока.